Успешная реализация совместного проекта Евросоюза, программы развития ООН и Госпогранкомитета Республики Беларусь при содействии МОМ, УВКБ ООН, Амбел позволила достигнуть всех целей по повышению потенциала пограничного ведомства в сфере противодействия нелегальной миграции и обеспечения соблюдения прав уязвимых групп. Благодаря эффективной организации и выполнению множества мероприятий в рамках проекта Госпогранкомитету Республики Беларусь была оказана поддержка в совершенствовании систем набора и обучения персонала в соответствии с принятыми в ЕС международными стандартами по управлению границами. В рамках этой задачи разработана концепция развития и подготовки персонала совместно с детальным планом действий по ее реализации до 2020 года. Проведены тренинги для офицеров-пограничников по современным методам и практикам в обучении в Беларуси, Словении, Молдове и Венгрии. Для повышения уровня компетенции пограничников при первом контакте с мигрантами офицеры пограничной службы прошли курс английского языка. Также в учебном центре погранслужбы в Сморгоне построено одноэтажное здание с лекционным и конференц-залами, подсобными помещениями и жилой секцией. Полностью реконструировано трехэтажное здание казармы Института пограничной службы с проведением капитального ремонта системы отопления, водоснабжения и водоотведения, окон, термической изоляции стен. В этом благоустроенном здании размещены помещения для проживания курсантов, обучающие классы, библиотека. В рамках улучшения организационного и технического потенциала службы психологической поддержки Госпогранкомитета была разработана концепция ее развития совместно с детальным планом действий по ее реализации до 2020 года. В итоговом документе представлены направления развития службы, даны рекомендации по улучшению методологической и технической баз. На обучающих семинарах опытные национальные эксперты обсуждали актуальные методы взаимодействия с уязвимыми группами мигрантов. Для оперативного оказания психологической, медицинской и социальной помощи сотрудникам пограничной службы, мигрантам и жителям приграничья в удаленных районах внедрена мобильная служба. В ее состав входит микроавтобус со специальным оборудованием и аппаратно-программным психодиагностическим комплексом, мультипсихометром, оборудованием для снятия стресса. Целый комплекс мероприятий был проведен для качественного осуществления процедур по предотвращению и реагированию на случаи торговли людьми, сексуального и гендерного насилия в отношении мигрантов, а также для разработки механизмов предоставления правовой и социальной помощи жертвам посредством привлечения неправительственных организаций. Проект «Амбел» реализовывался с 2013 по 2017 годы.